Сотрудники управления муниципального контроля продолжают следить за соблюдением норм благоустройства на прилегающих к строительным площадкам территориях, как в городе, так и районе. Очередной вынос грязи на проезжую часть допустил водитель большегруза при разгрузке стройматериалов на улице Гостевая, 59 в районе Пионерского проспекта. Все строительные объекты должны быть оборудованы мобильными мойками, чтобы удалять грязь с колес техники перед выездом со стройплощадки. Ко всем, кто игнорирует требования администрации, применяются меры административного воздействия. На месте, получается, выявленного факта правонарушения был вызван сотрудники ГИБДД. Они привлекли к ответственности уже по Кодексу об административных правонарушениях. Водителям штраф в размере 10 тысяч. Убедительная просьба к всем тем, кто сейчас занимается стройкой, погода позволяет, но соблюдать именно чистоту и порядок на прилегающей территории к вашим объектам.